Галина Рогозина занимается костюмами с юности. Родилась в Сарове, закончила Рязанское художественное училище. Затем долгое время работала художником-модельером в Тамбове. Именно тогда началось ее увлечение народным костюмом. После возвращения в Саров Галина Рогозина стала работать в городском музее. У нас в музее совершенно замечательная коллекция народного костюма. Ну, в основном там, конечно, костюмы нашей Нижегородской области, Нижегородской губернии. И я попробовала, сначала сделала один костюм, потом второй. Идея сделать выставку костюмов в библиотеке Маяковского родилась у Галины после акции «Ночь искусств». В экспозиции, которая находится в читальном зале, представлены 6 образцов. Мужской костюм, сарафанный и паневный ансамбль одежды Нижегородской губернии. Несмотря на то, что со времен, когда носили такие одеяния, прошло уже более 100 лет, подобный стиль находит отражение в современной моде, считает автор. Элементы народной одежды, они, в общем-то, и в современной одежде встречаются. По-прежнему женщины, девушки носят сарафаны. Может быть, они какой-то другой немножко конструкции, но все равно это сарафан. Вторая часть выставки работ Галины Рогозиной находится в музее книги библиотеки Маяковского. Здесь представлены куклы в народных костюмах и бальных нарядах. Обе экспозиции будут работать до конца года. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.